Даже базовый, школьный уровень знания английского языка ставит под сомнение психическое состояние этой исполнительницы. Во всяком случае, по тексту песни. Само название композиции уже клиника, диагноз. Вспомнили? Дикие танцы. Какое-то сумасшествие. Тем не менее, украинская певица Руслана Лыжечка в 2004 году именно с дикими танцами стала победительницей Евровидения. Народ ликовал. Ну, наконец-то! Здобулы такие! Как ее потом только не называли. Самая скромная национальная дива. Двойной смысл в таком словосочетании. Потому как в украинском варианте на слух улавливается чудо во множественном числе. Уже через полгода Руслана станет героиней Майдана, а дикие танцы и апельсиновый мятеж перевернут всю нашу жизнь. Беззаконие. Я понимаю, что ваши технологи будут разбирать эту трансляцию, что бы это значило. Я знаю, что ваши технологи обязательно выберут из контекста и возьмут самые нужные вам, пропагандистам, фразы. И, естественно, вы будете использовать это против нас, украинцев. Вы никогда не скажете правду, она вам не нужна. Вы боитесь всего, что происходит на Майдане с первого дня. Через 10 лет, в 2014-м, эту национальную амазонку Роксолану, диву Руслану, наградили еще более ярким именем. На слух, конечно, не очень воспринимается сполохуйка. Простите уж, из песни слов не выкинешь. Все дело в том, что эта деятельница украинской культуры частенько грозилась себя поджечь. Прямо на Майдане, на камеру, как полагается, в знак протеста. Однако все время почему-то себя сдерживала. Мене на слабо важко взяти. Я тут теж і стою, і буду стояти. Але я знаю, від чого будується справжня сила. Не від емоцій точно. Я знаю, я сильна тоді, коли я вмію приборкати свої емоції. Тоді я можу розраховувати на свою адекватну силу. Це вам говорить дівчина. Самосожжение не состоялось, і слава Богу. Проблески адекватности взяли верх над эмоциями. Но дикие танцы, прозвучавшие еще в 2004-м, потрясли нас. Мы с вами изменились кардинально, а для украинской государственности мы так и остались зомбированными, несведомыми, зачастую бандитами и людьми с характерными донбасскими чертами лица. Одно из событий 2004 года. Луганск, улица имени Демехина, 25, середина октября. К воротам телерадиокомпании подъехал кортеж очень престижных по тому времени автомашин. А какие личности здесь появились? Знаковые. Первый официальный украинский миллионер Евгений Червоненко. Александр Зинченко. Вице-спикер Верховной Рады. С ними Петр Порошенко. На тот момент народный депутат. А за их спинами притаился отставленный луганский градоначальник Алексей Данилов. Он тогда возглавлял областную организацию коалиции политических сил «Сила народу». Ну и съемочная группа «Пятого канала». За воротами телекомпании в черном «Мерседесе» и в окружении охраны находился кандидат в президенты Ющенко Виктор Андреевич.
Из машины он не выходил, зато его свита заголосила. Необходимо предоставить Ющенко прямой эфир во что бы то ни стало. Оплачивать предвыборную агитацию, естественно, никто не собирался, понятное дело. Люди скромные, бедствовали, наверное. Все свои доходы на нужды народа потратили. Никого не смутило, что вообще-то это грубое нарушение предвыборного законодательства. Кстати, от генерального директора телерадиокомпании Николая Андреевича Тимошенко прозвучало предложение: пусть Зинченко выступит или Порошенко. Депутатское время у них есть. Никакую. Только Ющенко и час, не меньше. В это же время корреспондент Пятого канала Сергей Цыголко связался по спутниковой связи и заявил: Ющенко в Луганске бандиты заблокировали и сорвали прямой эфир. Это цитата. Вольними битами, молотками та кастетами. Серед постраждалих – журналістка агентства «Українські новини», кореспондент газети «Луганчанин» та співкоординатор проєктів ОБСЄ. Ілюстрація. Кого і коли побили в Луганську молотками, кастетами і бейсбольними битами – до сих пор неизвестно. Зато на Киевском Майдане все были уверены в том, что здесь живут какие-то нелюди, зомби. Одним словом, люди с характерными донбасскими чертами лица. И никого тогда не смущало, что по телевизору частенько показывали карту, на которой мы с вами считались третьесортными. Потом революционеры-оранжисты одумались, стали отнекиваться. Это, мол, злочинно Влада провокацию устроила. Только как быть с заявлениями самого Ющенко? Он ведь однозначно сказал: Запад – это совесть нации. Центр, Киев и близлежащие области – это сердце нации. Ну а Восток – локомотив. Бездушный, механический и безмолвный. Чтобы его завести, это ж усилия надо приложить. Я настаиваю о том, что я обязательно покажу в этой студии на телевидении эти автоматы, которые выдавала наша луганская милиция. И с приходом нового начальника мы возьмем с десяток этих автоматов, поставим и людям покажем, потому что это была чистая, стопроцентная правда. Говорят, что эти кадры тоже снимались в Луганске. И опять-таки в октябре 2004-го. Но где это пустынное место? И откуда взялись люди с явным западенским акцентом? Непонятно. Ни одного знакомого лица, зато оранжевых флагов в полнейшем достатке. Видать, Данилов постарался. И еще одна деталь. Автоматов, о которых рассказывал нынешний секретарь украинского СНБО, естественно, не нашли, и встречаться кандидату в президенты Ющенко с избирателями никто не запрещал. Надо полагать, что все его сторонники собрались в одном месте тайно, без особой огласки. И заметьте, этот национально убежденный политический деятель все время общался на русском языке. Этот факт на его самосознание не воздействовал. Это наша история, мы ее не можем забывать, мы ее не должны забывать. Это святое, то, что должно быть для жителей города Луганска святым. Несколько слов о нашей третьесортности. Это, кстати, еще мягко. Чаще всего звучало «бандиты». Ну, а на Киевском Майдане даже ядреными матерными словами обзывали, когда речь заходила о жителях Луганска и Донецка. Чего стесняться-то? Когда сама Юлия Тимошенко в прямом эфире посоветовала обнести нас колючим дротом. Помните? Несколько позднее и уже в телефонном разговоре сожалела о том, что нет возможности атомную бомбу на нас сбросить. Не подумайте только, что мы эту криминальную и газовую принцессу, определение, кстати, не наше, а второго украинского президента Кучмы. Так вот, мы ее голословно не обвиняем, не преувеличиваем ни на йоту. Фракция
України сидить в таких шарфах біло-голубих. І я хочу сказати, що це вони прийшли з вірьовками на шиї, щоб повіситися. Віктор Андрій, зупиніть! Одійди від мене! Работник міліції? Ти бандит. Ти переодетий бандит, який служить проти свого народу. Незалежно від того, що зробить через 5 днів, через 15 днів. Ми маємо абсолютно чіткий намір в кожній області, в кожному районі, в кожному місті брати владу в свої руки. Через год такі ролики назовуть антигосударственными, заведут уголовные дела со всеми вытекающими последствиями. Хотя, с другой стороны, камера всегда объективна. И на этих кадрах реальное отображение того, что происходило во время жесткой и циничной предвыборной кампании 2004-го. Небольшую деталь все время упускают. Сегодня мало кто помнит, в чем именно обвиняли опальную вице-премьершу Юлию Тимошенко. Такая себе тайна за семью печатями. Ну, фирмы прокладки и пополнение счетов единых энергосистем малость. На таких схемах вся украинская государственность возводилась экономически и политически. А вот взятки в российский оборонпром не приветствовались. Юлия Владимировна не знает, якими доказами располагає прокуратура України і Росія, і що знайдено при обшуку у людей, з якими вона мала зв'язки в Росії. Є документальні дані, які ставлять положення не дуже приятне, в тому числі Юлію Володимировну. Будемо з обіходом в Росії, де будемо вирішувати всі ці питання. От, кому, так сказати, конкретно приймати рішення? Рішення буде не досить приємне. Да, вот еще что. На всех каналах, причем ежедневно, ставился под сомнение наш интеллектуальный уровень. В мягкой форме это когда говорили о том, что мы не в состоянии усвоить все величие национального самосознания или по-титульному сведомости. А все потому, что образовательный уровень у нас низкий. Дикое поле, шахтеры, металлурги, машиностроители. Что с них взять? Плюс советское воспитание сказалось. Грубая форма с использованием все тех же ядреных матерных слов, из которых самое литературное – потворы, уроды, если перевести на русский. Кстати, возникает термин «homo sovieticus», да, как отдельный род людей, которые, опять же, одиозны, не высоконравственны, а примитивны, которые живут не теми ценностями, которые приняты в так называемом демократическом обществе Запада. И вот это клеймо, которое стало звучать все больше и чаще, да, homo sovieticus, как нечто иное и негативное, вот это существо должно было точно понять, что он живет в стране, где правили преступники, ну, прежде всего, апеллирование к большому террору сталинского времени, где или правили колхозники, и тут представляются отдельные страницы правления Никиты Хрущева. То есть массовое сознание готовили к тому, что впереди вас ждет светлое будущее по образцу европейской, западноевропейской цивилизации. Что уж говорить, почитателей прозападного кандидата в президенты Ющенко в бывшей Луганской области маловато было, факт. Чисто статистически 4,6%. Три раза голосовали, а результат неизменным оставался. Это данность, которую поныне никто спорить так и не смог. Следующий момент – убеждение. Как людям, которые воспитаны были советской властью, сознание поменять, не знаете? Очень даже просто. Завести других. И для того, чтобы под камерами покрасоваться, и для того, чтобы новых сторонников приобрести. Национальный дух искусственно прививали.
Ми всі приїхали з однією метою – підтримати Євромайдан у Луганську, показати людям, що Львів, що Київ, що ми вас підтримуємо, що ми один народ, що Схід і Захід разом. Лишній раз довести. Та і так поспілкуватися з людьми, роздати їм ці символічні невеличкі прапорці, щоб люди розуміли, що ми стоїмо тут не за опозицію, не за якісь політичні партії, а ми тут стоїмо суто за нашу Україну. Єднання країни, як ви бачите, прапори і символіку прапорів повинно бути не простим, а заради майбутнього нашої країни. І саме заради цього ми сюди і приїхали підтримати людей, які хочуть врятувати нашу країну, які люблять нашу країну. Метод, перевірений роками. Помните, еще после первого Майдана к нам в область был командирован политически смотрящий Гузар Зиновий Тадеевич. У себя на родине, во Львове, у него какие-то неприятности случились, зато по убеждениям вполне подходил для того, чтобы у нас работать первым заместителем председателя облгосадминистрации. Он здесь, конечно, отжигал. Изначально всех шокировал. Сначала заявил о том, что ни уголь, ни наш промышленный потенциал нынешней украинской государственности не нужны в принципе. Ну, а в Славяносербском музее, глядя на каску солдата вермахта, открыто заявил: немецкая армия несла освобождение от большевизма и европейские ценности. Такие убеждения. Тому що ми з народження бандерівці, а бандерівці – це ті, які готові жертвувати своїм життям заради України, заради нашої свободи, заради майбутнього для наших дітей. Зрештою, і Бандера був саме таким. Може, вони не знають, що Бандера, борючись проти різних окупантів, які на той час були в Україні, Бандера сидів в різних польських в'язницях. Він був ув'язнений у Львові, він був ув'язнений в Кракові, він був ув'язнений у Варшаві. Это еще что? Напомним, в 2004-м, как раз во время президентской предвыборной кампании, лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок призывал, цитирую, боротися з жидвою та москалями. Так-то? Вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. Така собі агітація, особливо для жителів області, де проживає 125 национальности. И, кстати сказать, погромов здесь никогда не было. Не то что в самом сведомом на всем белом свете городе Лева. Тогда даже немцы удивлялись, насколько жестокими могут быть украинские патриоты. Знаймо, что мы є українці, це є наша земля, и никто не повинен тут диктувати свої умови. Ми господарі на своїй землі. Слава холодноярцям! Слава тим, які нам дають можливість зараз бути українцями, які нам дають цю енергію. Як ви думаєте, много ли сторонників такої коаліції «Сила народу» могли бути в бывшей Луганской області? Понятное дело, не очень. Тим більше, що руководив обласним штабом відставлений мер Луганська Данилов. Это, кстати, отдельная тема. Все дело в том, что главный посыл этого деятеля в президентскую кампанию 2004-го – это искать провокацию и находить ее. В приказном порядке необходимо было действовать именно так. Ни о каких народных чаяниях и борьбе с режимом речи тогда не шло. Плюс все вокруг продажные, и только народный президент Ющенко Виктор Андреевич способен порядок навести. Но тут промашка вышла. Даже после третьего тура и смены власти ничегошеньки совсем не поменялось. Мы не можем сразу поломать систему Министерства внутренних дел, несмотря на то, что там новый министр. Это просто невозможно, потому что он сам не может поломать эту систему. Гаишники как брали взятки, так и берут.
поборы как брали, так и берут. Для этого нужна гражданская позиция. Вот, для этого нужны, чтобы люди, прежде всего, чувствовали свою, если хотите, такую, чувство гордости, чтобы было, потому что я считаю презрительно давать взятку, особенно там милиционерам или еще каким-то людям, непонятно за что. Вот еще на что необходимо внимание нам обратить. Обязательно. Как раз именно украинская государственность целое десятилетие правления президента Кучмы пыталась нам сознание поменять. Скорее даже совсем наоборот. Это мы о чувстве гордости за свою землю, за свой край, за свой труд почти совсем забыли. Промышленность нашу методично убивали. Шахты закрывали, зарплату не платили. Мозги тем временем утекали, кадры разбазарили, причем далеко не в переносном смысле, в прямом. Слишком болезненным для всех нас вышло становление такого новообразования. В истории есть термин «дикий капитализм», то есть, ну, по сути, не цивилизованный капитализм. Первоначальное накопление капитала базировалось во всех странах развитых, странах Европы исключительно на ограблении трудящихся. Они практически ограбили страну. И при этом они впустили в страну еще тех так называемых доброжелателей из Запада. Ну, прежде всего, американцы, прежде всего, англичане, французы, немцы, которые почувствовали хозяевами в нашей стране. Ну, например, одно из таких преступных деяний будущего – это полное уничтожение авиационной отрасли, и не только нее. На самом деле, это очень важный момент. Краеугольный даже, если хотите. Отсюда наше осознанное неприятие тех процессов, которыми была наполнена жизнь украинской государственности. Отторжение. Возможно, даже раскаяние. Ну уж точно. Разочарование. Если не всеобщее, то для многих. Вспоминались благополучные советские времена. Все тот же застой, уверенность, стабильность и на сопоставление. Галопирующая инфляция, крушение надежд, безработица. Бонусом пока еще слабые, но методичные нападки на родной язык. Гуманитарная перестройка во всех сферах. Так называемый национальный продукт. Квоты, обязанности, обязательства, внешняя идеологическая интервенция. В то время мягкая, неназойливая, но весьма ощутимая. И в 2004-м большинство избирателей бывшей Луганской области голосовали на президентских выборах скорее не за определенного кандидата. К нему всегда масса претензий было и два десятка лет назад, и особенно сейчас накопилось. Мы всегда голосовали против антисоветской и антироссийской политики, европейского курса, Североатлантического альянса, нацизма и национализма в любом виде и качестве, против разрухи, безденежья и полной зависимости. Отторгали. Все нормально, мы едины, есть союз независимых государств. То есть все будет как раньше, только все будет в шоколаде, потому что Украина на первом месте по сталю, по электричеству, по всему чему угодно. И мы живем, если мы живем плохо, то живем плохо, потому что нас объедают, ну тогда еще не говорили москали, но нас объедают все вокруг. И вот так через кастрюлю, через желудок протащили совершенно дикий пещерный национализм. Версия, которую даже сегодня весьма сложно опровергнуть. Сам Майдан инициировал гарант украинской конституции Леонид Данилович Кучма. Логика железная во всем. Под нее подыскивался довольно специфический кандидат с двумя якобы погашенными судимостями. Зато крепкий хозяйственник Завгар. Это, кстати, выписка из трудовой книжки. Изначально понятно было, не воспримут его, особенно
в западных областях. Протесты начнутся. Оппоненты из числа обиженных и отставленных тоже, надо сказать, на крючке у генпрокуратуры. Ну а сам главный кандидат от оппозиции тогдашнего украинского президента называл не иначе, как своим отцом в политике. Как-нибудь договорились бы, к тому же политическую реформу затеяли. Исключительно для того, чтобы всю полноту власти в парламент передать. Ну а если переговоры в тупик зайдут, есть таки еще один рычаг влияния. По закону можно выборы отменить и никакого третьего тура. Снова предвыборная кампания, новые кандидаты, а Конституционный суд на стороне гаранта. По его расчетам получалось, что 2 плюс 1 все равно 2 получается, если новые выборы объявлялись после принятия политической реформы. Кстати, 1 плюс 1 тоже 1, потому что президентские выборы 1994-го проводились до принятия основного закона государства. Такая вот арифметика, и все бы ничего. Но вмешались агенты влияния. Застолбить еще минимум на 5 лет власть президента Кучмы они никак не хотели. На Ющенко ставку сделали. Я прийняв рішення. Я іду у президенти. Ось моя заява. Це буде перемога нас усіх. Скажіть усім, повернувшись додому, я вірю в Україну. Я знаю свій обов'язок. Ми разом переможемо. Вірю, знаю, можемо. Очень даже может быть, что этот кандидат вполне самостоятельно принимал решение идти в президенты. Но вот полная, скорее безмерная западная поддержка. Откуда она? Что он взамен пообещал? Стратегический курс в НАТО? Было такое, пробовал. Франция и Германия воспротивились. Национальную церковь? И это пытался. Вселенского патриарха в Киев приглашал. Опять-таки, искоренение всего русского. Одним словом, лозунг «Армия, вира, мова» на манер начала 2000-х не прокатило тогда. Слишком устойчивым для прозападных нововведений оказалось советское воспитание. Хотя, конечно, не везде. И тогда нас опять стали делить по цветам, сортам и Днепру. Вскоре уже новую карту по телевизору показывали. Раздора и раскола. Идея федерализма, видимо, все-таки являлась единственно возможной для существования Украины, поскольку разные куски этой страны, они прошли разную совершенно историю. И это как раз очень трудно соединять несоединимого, например, с одной стороны Донбасс, который имеет другие традиции, скажем, они связаны во многом и с Донецко-Криворожской республикой, и с советской, с советами, потому что, значит, одни из первых советов они возникли именно на Донбассе. И с другой стороны, например, вот территория Прикарпатья, которая совершенно была в другом ключе. Она была длительное время частью Австро-Венгрии, потом Польши. И, в общем-то, там была, видимо, другая система ценностей. О каком таком федерализме речь вообще могла идти? Понятное дело, для совести и сердца нации отдельные условия создавались в конструкции украинской государственности. Для примера, в западных областях таможенные льготы, специальные экономические зоны. С Европой же торгуют и сотрудничают. Добавьте ко всему собственный пантеон героев и радикально антисоветская история, которую со временем внедрили повсеместно. Или Киев.
столичный бюджет 2004 года был в 6 раз больше государственного финансирования всей Луганской области. Это не считая бюджетов министерств и ведомств, которые, как вы сами понимаете, в столице располагались. Зато количество избирателей один в один, одинаковое. Получается, что мы в 6 раз хуже или по-русски рылом не вышли. Бюджетная политика украинской государственности – это отдельная тема. Все местные налоги и сборы перенаправлялись опять-таки в Киев. А нам возвращались только лишь защищенные статьи. Зарплата бюджетникам и коммуналка. Так выживали. В случае дальнейшего развития государственного переворота и прихода к власти нелегитимного президента, мы, участники съезда, оставляем за собой право на адекватные действия по самозащите интересов граждан наших регионов и всей Украины. Северодонецкий съезд 2004-го – это попытка самозащиты и все тот же манифест федерализма. В теории. По украинскому закону о местном самоуправлении депутаты всех уровней советов имели право принимать решения, не противоречащие основному закону государства. Более того, могли инициировать проведение местных референдумов, быть субъектом законодательных инициатив через своих представителей в парламенте, уж коль речь идет о политической реформе и парламентско-президентской республики. Но на практике всех участников съезда обвинили в сепаратизме, возбудили уголовные дела по бывшим подрастрельным статьям «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность». Заговор, путч, предатели. Как только нас тогда не называли. «Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!» Помните группу «Скрябин»? Певец, музыкант, композитор, шоумен Андрей Кузьменко, он же Кузьма, у нас в Луганске считался своим. Хотя он, конечно же, уроженец Львовской области, самой сведомой на всем белом свете. Никого не смущало, что он с нами общался на украинском языке с неким акцентом, который нам тогда казался забавным. Бывало, конечно, что Кузьма напрягался и хотел с нами заговорить по-русски. Но файный львовский диалект все равно проскакивал. Мы на это совсем не обращали внимания. Наоборот, Андрей печалился. Все время думал, что нарушает некий категорический императив. Все дело в том, что у себя дома его давно считали чужаком или даже предателем. Не поддержал Майдан, не выступил на стороне оранжевых политиков, клеймили позором. Ціла Західна Україна просто готова була мене порвати на куски. Люди виходили на мітинги, казали: «Боже, мамо, вибач, що я з ним вчилася в одному класі». Там палили чучела мої, викуповували в магазинах диски, топтали їх під магазинами. І я знав, що я кожному не зможу пояснити. От. Чому я зробив так, а не інакше? Я знав, що людей багато, я не можу кожному вбити в голову, що я така сама людина, як ти. І я маю право зробити то, що робиш ти. Наївні які предположення. Іменно з 2004 року всім українським гражданам дозволялось робити лише те, що розрішалось западними агентами влияння. Ніякі закони вже не працювали. Людей давно всех переделили на правильных и неправильных, несведомых и зомбированных, а место рождения тогда уже никакого значения не имело.
неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак, знаєш, маніпулювали, як ниточками. І мені замітно було ті більше 2000 автобусів, які стояли навколо Києва. Ну, то, що хтось мусив платити за то все, правильно? За простой, за те, що вони приїхали, за те, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але основна маса. Чого зараз не збирається Майдан вже рік? По моєму приводу, є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? А ведь и действительно, Андрей Кузьменко уже гораздо позже очень важную тему поднимал. Все Майданы – это не стихия, не всплеск народного гнева никоим образом. Скорее даже наоборот. Тщательно подготовленная, разработанная и хорошо профинансированная операция. Естественно, не за украинские деньги. Люди на Майдане орудием выступали, картинкой, опять-таки для обработки мозгов. Общественное мнение создавалось для западных обывателей. Нет сомнений в том, что были и те, кто выходил на Майдан по убеждениям. Но основная масса выходила на тусовку. Хайп, как это сегодня называется, или движ, дикие танцы. Знаем не понаслышке. Мы ведь Майдан 2004 года не только по телевизору видели. Побывали в самой гуще событий. Из воспоминаний. На сході там більшість людей, може, і ще вірять Януковичу, тому що вони не знають, хто насправді такий є Ющенко і чим, яка політика, яку політику він проводить, взагалі політику, не було ніякої інформації. И, в общем-то, я считаю, это нормальное явление, то, что, в общем-то, народ проявляет свою позицию. Упора собираешься. Да, да, да. Это просто уважение просто идет к самому себе. Я себя уважаю, и поэтому я буду здесь. Какую ночь находите здесь? Мы уже здесь вторую ночь, и мы хотим, чтобы был Ющенко. И Янукович. Ющенко. За Януковича я не думаю голосовать, а за Ющенко будем голосовать. Мы за Ющенко будем голосовать. Перший Київський медичний коледж за Ющенка. Він тільки... Боже, за Янукович, за Ющенка, за Ющенка. Боже, вже не можу, моя друга ночь, я вже не можу. Зараз Україна показує своє дійсне лице, показує те, що вона є сильна держава, що люди можуть захистити державу. І це є дуже, дуже позитивно за кордоном. Обратите внимание, вот еще на что. Молодежная тусовка на Майдане. Эти юнцы еще права голоса не имели. Как они сами представились, первокурсники медицинского училища. Ну или колледжа. Им вообще-то по 15-16 лет. Но для массовки толпы их использовали. Цинично. А теперь представьте. Через десятилетие уже повзрослевшие они снова выйдут на Майдан. С убеждением, что власть толпы всесильна. А еще, что где-то там, не в округе совести и сердца нации, а на Востоке, живут некие люди, не имеющие никакой информации, как один зомбированный и несведомый, необученный, необразованный, одним словом, бандиты или люди с характерными донбасскими чертами лица, которые все время козни строят и мешают процветанию ныньки Украины. В 2004-м, чтобы их поставить на место, пришлось 42 дня простоять на Майдане. Через 10 лет их можно уже будет убивать. Держава оправдает такие убийства, а западные агенты влияния на внутреннюю политику их профинансируют. Идиотская ситуация зараз. Ужасна ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло? Я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на пісні то, що зробив. Я рахую, що ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки, ні один не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Через несколько дней после этого интервью, в феврале 2015-го, Кузьма Скрябин, как его всегда называли, певец, музыкант, композитор и общественный деятель,
Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе. Язык не повернется назвать эту смерть случайностью. Задокументировано. Андрей Кузьменко скончался на месте от полученных травм, так и не дождавшись скорой помощи и спасателей. Этим, наверное, все сказано. Вместо послесловия. Через месяц после незаконного третьего тура все сотрудники телерадиокомпании, которые встречали оранжевых лидеров у ворот Демехина 25, были уволены по разным причинам. В отношении генерального директора Николая Андреевича Тимошенко были возбуждены сразу несколько уголовных дел. Доказательная база, правда, была никудышняя. Придумывали все на ходу. Через полтора года восстановили в должности решением суда. Назначенный якобы честной майданной властью новый руководитель Луганского областного телевидения, выходец из КВН, проработал здесь месяцев 9, плюс-минус несколько дней. Но за это время успел заработать себе на новенький джип-внедорожник и со спокойной совестью укатил в Киев. Случилось это, правда, после того, как Алексея Данилова с должности губернатора сняли указом президента Ющенко. Успехи самого Алексея Мечиславовича тоже впечатлили. Несколько месяцев он занимался тем, что увольнял с работы начальника областного управления культуры, народного артиста Михаила Голубовича. Закрыл целый телеканал, который вещал не совсем то, что ему хотелось бы. Провел конференцию, во время которой изучалась возможность производства бензина из угля. Ну и полтора миллиарда американских долларов из государственной казны на эти нужды попросил. Такие дела. О своей отставке нынешний секретарь Украинского совета по вопросам национальной безопасности и обороны узнал из сообщений в интернете. В это же время упразднили государственную программу реконструкции и развития водопроводно-канализационного хозяйства области. Миллионы гривен переданы были Львову для строительства публичного катка. Сотни, даже тысячи специалистов органов местного самоуправления стали безработными, а бывшая Луганская область долгие годы оставалась белым пятном на бюджетной карте украинской государственности. Итог Майдана – которые ощутили на себе все мы. Стерпели и это. Пережили год 2004, когда политическая целесообразность впервые стала над законом. А нас объявили зомбированными бандитами и людьми с характерными донбасскими чертами лица. Помните, наверное. Лидеры украинской государственности уже тогда мечтали нас обнести колючим дротом, устроить люстрацию и провести политические репрессии. Сдюжили, понадеялись на демократию, прошли очередные и досрочные президентские и парламентские выборы, работали на это государство, крепили его экономическую мощь, пока не грянул гром Евромайдана –